Mes turime antrą šio vakaro svečią, filosofą, nu, ir šiaip labai protingą žmogų, politologą. Inteligentišką ir intelektualų, ir mūsų seną gerą bičiulį, Leoną Вайнштейна. Добрый вечер, Леон. Добрый вечер. Добрый вечер. Злость вам не к лицу, потому что я смотрел одну передачу, когда вы ругались невербально с таким толстым Стивом Дудником, и вы по делам его ругали, но злость вам не к лицу. Сарказм и улыбка – это все, как полагается. Дорогой Леон, вот только что, буквально 15 минут тому назад, мы здесь на передаче с прямом эфире разговаривали с одним нашим литовцем, который является наблюдателем в избирательном участке в Калифорнии. В Калифорнии, у вас. Вот, и он рассказал, что, допустим, активность не очень большая, но те, которые приходят, его участок работает четвертый день сегодня, потому что главный день завтра, и что все-таки большинство, которые кинули бюллетни, говорят, что «Make America Great Again», значит, есть, может быть, какие-то надежды хорошие, красные. Ну, приятно слышать, что в Калифорнии, правда, мы не знаем, в какой части Калифорнии, потому что есть такие уголки Калифорнии, где «Make America Great Again» – это главный лозунг, но приятно, что в Калифорнии такое происходит. Ну, смотрите, значит, есть такая штука, называется опросы населения, которым мы больше в Соединенных Штатах не верим. Не верим по очень простой причине. Они уже 8 лет, а может и раньше, но 8 лет заметно дают неправильные результаты. Мы можем только предполагать, почему. И неправильные результаты всегда они дают в пользу демократов. Я даже не уверен, что те, кто опрашивает, специально это делают. Есть такой вариант, что так сказать, люди, которые, скажем, за республиканскую партию, за Трампа и т.д., они меньше хотят обнародовать свое мнение. Тоже, опять же, может быть, несколько причин. Основная, потому что радио и телевидение зло очень о них говорит. Говорит о том, какие, так сказать, они там предатели Родины, что они убийцы демократии. Поэтому люди, которые считают, что как раз левая сторона убийцы демократии, но не хотят, так сказать, не хотят, чтобы на них показывали пальцами, они либо ничего не отвечают тем, кто опрашивает, либо врут. И вот где-то недель 6 тому назад приблизительно начала складываться картина, если верить опросам, что народ из-за того, что Верховный суд сказал, что дело решение абортов это дело не федеральное, то есть никак к Конституции не имеет отношения, а оно абсолютно в юрисдикции штатов. И это так обидело население, что это, так сказать, такая была риторика у демократов. И вот похоже, что опросы как бы показывали, что так оно и есть. И огромное количество людей наплевали на то, что инфляция, наплевали на то, что дефицит, наплевали на то, что проблемы со студентами в школах, потому что не учат ни тому и не так. Преступность растет, а самое главное для них выяснилось, это можно ли женщине делать аборты в последний триместр беременности. Что вообще на самом деле, с моей точки зрения, абсолютный бред, но неважно. Значит, и было такое ощущение, создаваемое вот опросами, что
ради вот этого, ради свободы женщин делать аборты, американцы наплевали на все остальное и будут продолжать голосовать за Байдена, за демократов и за всю эту кошмарную, так сказать, политику, которая привела к тому ужасу, который у нас сейчас уже происходит. Ну вот, буквально 2 недели тому назад, неожиданно мы стали видеть, как даже при том, что опросы не поменялись, у республиканцев становится все больше и больше и больше преимуществ на всех фронтах. Если месяц тому назад я считал, что республиканцам хорошо бы удержать 50 мест в Сенате, а скорее всего не удержат, то сегодня мы уже говорим о том, что от 54 до 57 мест в Сенате должно перейти к республиканцам. Мы говорим о том, что минимум на 30-40 мест в Конгрессе должно увеличиваться количество республиканцев в Конгрессе. И все это происходит потому, что в последний момент люди, которые обычно так называемые независимые, они сформируют свое мнение буквально вот за несколько дней до начала выборов. Их, ну там, приблизительно 20% населения Соединенных Штатов не принадлежат ни к той партии, ни к другой партии, ни к третьей партии. И вот эти люди, они за 3-4 неделю до выборов, они начинают активничать, смотреть, думать. И они вместо ответов «не знаю», бурканья, они начинают говорить: «да, я вообще подумал, и я вот за этих». И вот повальное большинство вот этих независимых, так называемых, оно начало массово переходить на сторону республиканцев. Вдруг мы выяснили, что невероятное количество черных афроамериканцев и латино, то есть людей, американцев, приехавших из латинских стран, они намного больше, чем во все предыдущие годы, собираются голосовать за республиканскую партию. Что, конечно, явилось огромным сюрпризом для республиканцев, невероятным шоком для демократов. И если это так, то это будет то, что называется красная цунами, красная волна, красная имеется в виду республиканцы, которая сметет достаточно много из политики, которую сегодня ведет Байден. Теперь у нас, допустим, все это время... да, Леон, а не может ли повториться сценарий 2019 года? Потому как вот мы разговаривали с этим человеком, литовцем, который работает в избирательном участке, как наблюдатель, вот, что все-таки очень много приходит этих бюллетней по почте. Ну, это удобно, американцы, допустим, проленивились, их ввели во время ковида, и теперь они тоже будут, допустим, голосовать по бюллетням. И там уже никаких фокусов, просто дело техники, ручки того-то нигде. Не может ли повториться сценарий 2019 года ноября? Ну, знаете, я голосовал по почте последние 20 лет, поэтому это не то, что это нововведение. Просто демократы в значительной степени упростили этот процесс именно для того, чтобы как бы, ну, две причины было. Первое, огромное количество молодежи, ну, просто не хочет ходить толкаться, для них это не настолько важно, чтобы идти толкаться в очередь, стоять и голосовать. То есть та самая молодежь, которая еще ни хрена в жизни не понимает, для них это не очень важно, они не шли. А когда демократы ввели возможность любому человеку, не только тому, кто там, например, там пожилой, больной, уезжает куда-то. Я, например, написал, что я много путешествую, поэтому присылайте мне домой, я не знаю, где я буду. Меня проверили, выяснили, что это действительно я, и присылали. Я говорю, уже последние 15 лет я каждый выбор голосую таким образом по почте. А тут любой человек без всякого объяснения мог получить эту бумажку. То есть, иными словами, домой стали приходить бумажки, намного больше людей. Говорит: а вот же она пришла, давай я проголосую, это же так просто. А еще часть занималась тем, что люди просто, так сказать, оставляли, это складывалось, эти бюллетени рядом с почтовым ящиком в больших домах. Ходили демократы и активисты, собирали все это, заполняли вместо людей, а потом сами же относили и на участки. То есть вот это все происходило, и когда вы говорите о том, будет это происходить или нет, ну, если один раз, что называется,
сказать, палка не сделать выстрелила. Чего-то, да, то это твоя вина, а если ты два или три, четыре раза не делаешь этого, то ты дурак. Вот я очень надеюсь, что Республиканская партия, как организация, занялась этим, и достаточно много волонтеров и людей, которые будут следить за тем, чтобы вот такие вещи не происходили. Очень много чего происходило, чего хотелось бы, чтобы не происходило. Но при этом я должен добавить, что можно снивелировать 0,5% голосов. Можно там вбросить там 16 тысяч и получится там 0,5% там, так сказать, чего-то на больше стало. Да? Но вот если пошел действительно вот эта вот волна, которая 4-5% перешло от спячки к республиканцам, или от демократ к республиканцам, то какое бы количество вы ни вбрасывали, вы не сможете столько вбросить, чтобы вот это вот противостоять вот этому. Но мы не должны забывать, что очень много по почте могут принести бюллетней на кладбище, в детские садики, там заполнить и будут голосующие. Потом поди докажи, мертвый ты или несовершеннолетний. Ведь таких тоже было в 2019 году и в Мичигане, и в Висконсине. Вы знаете, да, но пока что за много времени попыток исследования этого дела, а поверьте, что достаточно много республиканцев и юристов, и просто, так сказать, активистов пытались найти в массовых количествах вот то, о чем вы говорите, и до сегодняшнего дня не нашли. Что говорит либо о том, что искали не там, либо о том, что этого не было. Дорогой Леон, тут у нас местные СМИ, они тоже поют песенку Washington Post, CNN, MSNBC о том, что республиканцы и Трамп – это угроза демократии, и после взятия, значит, Сената или Верхней Палаты, и Палаты представителей, Дома представителей – перестанет или остановится финансовая и военная помощь Украине. И вот как раз тут даже у нас был, допустим, зритель, который написал, если республиканцы победят, помощь прекратится. Помощь, как они говорят, в войне прекратится, и это уже сыграет на руку Путину. Ну, вы знаете, я все время тоже слышу вот эти высказывания, потому что некоторое количество политиков говорит какие-то определенные вещи, какие-то политики глупости говорят. Но, насколько я понимаю, среди руководства республиканской партии есть следующее, как бы так сказать, общеразделенное мнение. И мнение следует такое. Украине надо помогать таким образом, чтобы деньги не разворовывались. Полная подотчетность и действительно то, что им нужно, а не то, что легко потом украсть. Как это понять? Значит, например, вы знаете, что был проведен закон по ленд-лизу. Ленд-лиз, да. Вся идея заключалась в том, что вы, ребята, пишете там... Ну, вот условно говоря, там у вас горит дом, а дом мой находится рядом. Я даю вам свой значит, шланг и говорю, валяй, туши. И когда потушишь, отдашь шланг обратно. А если ты его, так сказать, там что-то с ним случилось, ты его там порезал, сжег там, или что-то еще, то да, там в течение 30 лет заплатишь. Это идея ленд-лиза. Значит, Америка второй раз приняла закон о ленд-лизе, и вот, но в отличие от первого раза, в Советском Союзе без Гитлера вообще ничего по этому поводу не сделала. Республиканцы говорят, господа, это прекрасная программа, давайте услышим, что говорят украинцы, что им нужно, и дальше будем решать, мы будем это давать или не давать. А демократы говорят, мы приняли этот закон, все, и отстаньте от нас. Мы никогда не собираемся ничего по этому поводу делать. Поэтому почему значит, все считают, что, ну, те, кто это говорит, что демократы больше дают, я не знаю. Ну вот
При Трампе 4 года сидел Путин и не пикнул ни разу, хотя Трамп рассказывал, какой он гениальный, какой он умный, какой он красивый. И какой вообще, так сказать, он там замечательный лидер. А при Трампе не было ни одного вступления Америки ни в какие войны. Но Америка резко отвечала таким образом, чтобы не надо было вступать в войны. Если помните историю с газовыми атаками в Сирии, когда мы пустили там 59 томагавков, 60, но один почему-то не долетел. Вот. А если помните историю, когда пошли вагнеровцы отбивать заводик нефтяной, сколько там, 6 минут заняло уничтожить первый отряд, и в течение часа второй отряд был полностью уничтожен. Да? Вот. После чего не лезли. То есть, вот несколько таких действий предпринимал Трамп, из которых было понятно, что не лезьте. Вот он нарисовал на песке вот эту самую, так сказать, черту красную, да, и в отличие от Обамы, ее нельзя переходить, потому что если вы перейдете, вы получите так, что мало не окажется. Трамп решил остановить, значит, всем было понятно, ежу было понятно, что как только откроют «Северный поток-2», то это значит начало нападения в той или иной форме на Украину. Я, честно говоря, не думал, что это будет вот такое, как сейчас. Я думал, что просто оттяпают Донбасс и Мариуполь, там, и кусок, и возьмут Крым и прочее, им хватит этого. Но, видите, они пошли на значительно большее. Но, значит, россиянам было понятно, что до запуска «Северного потока-2» они не могут себе позволить ни на кого нападать, потому что Украина не была бы изолирована, и Польша, кстати, тоже. А Байден пришел и тут же разрешил русским достроить этот самый «Северный поток-2», то есть дал отмашку «вперед нападайте», хотя ЦРУ абсолютно было убеждено, что как только достроить, сразу же начнут нападать. Значит, когда Байдену стало известно доподлинно точно, по-моему, в ноябре месяце, в феврале, начали воевать, напали, в ноябре месяце Байден уже объявил, что они знают точно совершенно, что 155 тысяч российских солдат с 4 направлений пойдут туда-то, так-то и так-то, такими-то силами. То есть они точно все знали. И что этот Байден сделал? Забросил туда 20 тысяч американских солдат для совместных учений, либо поставил туда ракеты для того, чтобы не нападали, либо что-то еще сделал из 20 вариантов, при которых не было бы этого нападения. Нет, он спокойно ждал. Да, почему он спокойно ждал? Потому что за счет Украины американское правительство нынешнее решало какие-то свои проблемы. С Россией или с Китаем, или с кем-то еще, я не знаю, но решало. Теперь украинцы встали насмерть и не дали, что заставило американцев, особенно учитывая, что более 70% американцев считают, что Украине надо помогать, заставило нынешнюю администрацию сначала делать вид, а потом немножко больше, и сейчас уже более-менее помогать против желания, против, так сказать, своего намерения и тому подобное. Вот какой идиот говорит о том, что Байден и его правительство хочет помогать Украине, а Трамп и республиканцы не хотят? Вот я совершенно не понимаю, надо перестать уметь смотреть правде в глаза, или что? Или слушать опять разговоры о том, что как Трамп будет говорить, какой умный, какой высокий, красивый, блондин Путин. Что? Что заставляет людей считать, что республиканцы не хотят победы Украине, а демократы хотят? Вот этот бред меня всегда раздражает. Я могу сказать, Леон, потому что представитель республиканского меньшинства, он же, не знаю, но буквально недели 2-3 тому назад в официальной речи сказал, что прекратится финансовая помощь Украине. Нет, и это давайте я вам по-английски скажу. Давайте я вам скажу, что он сказал по-английски. Потому что вот то, что вы делаете, это то, как вам переводит русскоязычный CNN. Он сказал, there's no more blank checks. Перевожу с американского языка, потому что не знаю, в Австралии так говорят или нет. Blank check называется в Америке, я тебе, несмотря, даю вообще все, что ты хочешь. Вот тебе чек, ты вписывай туда любую сумму. Так вот, было сказано, мы будем контролировать.
это почему-то перевернули, почему-то. Ну, радостно CNN, MSNBC, New York Times и прочее перевернули в то, что мы больше давать не будем. Неправда. Он сказал, there's no more blank check. Пойдите на YouTube или там на Facebook и выясните, что это такое Википедия. Blank check для всех ваших зрителей. Так, значит, и даже наши тут местные, ну, самые популярные порталы новостные врут. Хорошо оплачиваемые фондами Сороша. Сороша, да. У нас тут все самые главные обозреватели и журналисты, оплачиваемые фондами Сороша, и они все время нам говорят о том, что вот если вернется Трамп, вот Трамп восхваляет Путина, вот Трамп договорился, вот Трамп говорит, что надо отдать территорию. Вот его друг Маск перекрыл сигнал Старлинков за линией фронта. Он тоже говорит, что надо отдать. Вот вам и республиканцы, которые загоняют нас в объятия Путина. Знаете, почему-то все разговоры о Трампе и о плохих республиканцев, они сюда в будущем времени. Да. А я всегда оборачиваюсь назад и смотрю, а что такое делали республиканцы во время своего 4-летнего правления, что так не нравится, ну скажем, украинцам. Вот что такое Трамп делал, чтобы заставило подумать кого-то на Украине, что он будет делать Украине плохо. Вот просто... Я в голову не могу себе такое, да? А я вам сейчас сходу 10 вещей расскажу, которые Байден делал для того, чтобы Украине было плохо. Но 10 вещей. Значит, Порошенко, помните? Да. Был такой человек. Да, значит, президент. Когда началось расследование Бурисмы, из которой к Байдену летали люди на свидания, при которых, которых Байден рассказывал, что он никогда не встречался с этими людьми, ничего для них не делал и прочее, когда сын Байдена получал по 83 тысячи долларов каждый месяц в течение полутора лет, когда Байдену переписывали проценты от владения фирм, то в тот момент, когда началось расследование, Байден помчался в Украину, потребовал немедленно уволить генерального прокурора, да, и сказал, что если вы его не уволите, то вам мы, Америка, больше не будем финансово помогать. Когда Порошенко сказал, знаешь, я бы хотел услышать это от самого, так сказать, президента, а не от тебя, тот сказал, у тебя на столе телефон, можешь звонить, поверь мне, тебе ответят то же самое. То есть, иными словами, мы уже имеем человека, который готов прекратить помощь государству от страны Америка, если те не перестанут расследовать насквозь коррумпированное предприятие, в котором задействован сын, а также вся семья Байдена. Было такое дело? Было. Буризма называется предприятие. Окей. Подстава Зеленского. Через неделю после его выборов, может через месяц, сейчас не помню, идет интервью с Аманпур. Аманпур – это представитель CNN, Кристина Аманпур, да, Кристиана Аманпур. И абсолютно деятель демократической партии, так сказать, не знаю, напрямую от Сороса получающий деньги или получающий деньги накривую от Сороса. И задается вопрос представителям демократической партии. Вот как пропагандон на Первом канале, там есть Соловьев, так у нас есть пропагандоны на CNN, в том числе Кристиана Аманпур. Задается вопрос Зеленскому. Скажите, пожалуйста, Трамп недавно сказал, что он боится давать оружие и деньги в Украину, потому что
Он не знает, как будет обеспечена безопасность этим деньгам и этому оружию. Он боится, что украинская коррумпированность приведет к тому, что одно окажется в карманах украинских и американских чиновников, а другое в лабораториях России. Что отвечает на это президент страны Зеленский? Значит, я вам гарантирую, это была договоренка. То есть такие вопросы никогда не задаются главе государства без того, чтобы не договориться о том, как, что он будет задаваться и какой будет ответ. Ответ был следующий. Трамп ничего об Украине не знает. Он думает, что здесь коррупция. Ничего подобного. Раньше когда-то она была, а сейчас с приходом к власти моего правительства коррупция полностью искоренена из украинского быта и жизни. Вот это второй или третий раз, когда я подскочил от того, что Зеленский нам выдавал, абсолютная подстава демократической партии. То есть его науськивали на направление конфронтации с Трампом. Значит, дальше, если интересно, как я уже сказал, в ноябре месяце 2021 года Байден узнал о том, что Россия собирается нападать, и каким образом, и когда собирается нападать, он ошибся там на 2 недели, на Украину. Что же, интересно, было сделано американцами, мировым сообществом и т.д. для того, чтобы этой войны не случилось и не умерло бы такое огромное количество людей, такое огромное количество разрушений, судьбы, жизни, семьи, инвалиды, карьеры там, и тому подобное, у целого поколения, а то и двух, сломаны. Вот что Байден для этого сделал? Ответ. Ничего. Почему? Потому что в это время ЦРУ представило доклад в Конгресс и, соответственно, в Белый дом, что за 4 дня российские войска возьмут Украину. И, значит, наша задача – это увести оттуда Зеленского и увести верхушку для того, чтобы обезглавить Украину и дать возможность России, значит, как своей вотчине там действовать. Вот этот человек, он как считается помощник Украины или не помощник Украины? Ну, во всяком случае, враг это точно. Значит, не дружественное сейчас правительство Белый дом для украинцев. Недружественный. Они вынуждены что-то делать? Да. Точно так же, как в Европе. Всякие, так сказать, немцы там и т.д., которые теоретически должны были разрулить всю эту историю. Ах, они бы покричали 2 недели о том, что какие нехорошие русские за 5 дней захватили Украину. А потом бы тихо-тихо пошли бы дальше получать свои бабки под столом, как они в руководство Евросоюза делало это уже много времени. Так сказать, кого-то там шантажировали, кому-то дали деньги, купили, кого-то что-то еще, кто-то просто по идиотским каким-то соображениям, но работали на Россию. Почему им нравилось работать на Россию? Очень просто. У России очень много неподотчетных денег. А политики на Западе в основном живут за счет того, что им кто-то неподотчетные деньги передает. Да. Может ли он, какая-то есть информация, ну такая из альтернативных источников, которая может успокоить, так после, допустим, хорошего завтрашнего исхода, дадут ли республиканцы не сдерживающее оружие, которое только в, ну, размеренных количествах сейчас дают, а дадут, или говорят они о том, что они дадут оружие для нападения. Это тяжелое оружие, это самолеты. Я не думаю, что Конгресс может решать такие вопросы. Я имею в виду Конгресс, Конгресс-Сенат. Вот Конгресс – это общее слово, да? Палата представителей и Сенат. Это вообще прерогатива президента Соединенных Штатов Америки, а Конгресс и Сенат вырабатывают политику,
так сказать, людей ставят, ну, в смысле, разрешают, не разрешают этому человеку стать на такое-то место, то есть, так сказать, процесс выяснения, годишься ли ты для исполнения своих обязанностей. А потом палата представителей занимается кошельком. Вот, сделав все это, все передается в руки администрации, администрация уже в зависимости от внешнего и внутреннего положения использует те деньги, эти возможности в соответствии с теми общими указаниями, которые они получили из Конгресса. То есть, иными словами, после того, как даже, если даже республиканцы возьмут и Конгресс, и Сенат, то никакого большого изменения в политике по отношению к Украине сиюминутной не будет. Я думаю, что республиканцы немедленно остановят продвижение всех новых проектов. И в основном потому, чтобы разобраться, куда деньги уходят. Потому что те миллиарды, о которых нам рассказывали, по-моему, только 10% поступало на Украину. Знаете, когда Лужков там в Москве воровал 50%, там, ну хорошо, хотя бы 50% он оставлял на Москву, за это его любили. А когда американское правительство выделяет 80 с лишним миллиардов, 40 с лишним миллиардов долларов, и только 2,5 или 2,8 приходят в Украину, то это вызывает у нас, например, оторопь. А что произошло с нашими деньгами? Нам объясняют, мы их послали в Югославию для того, чтобы помочь югославским геям бороться за свои права. А какое это имеет отношение к Украине? А просто мы добавили эти 3,5 там, миллиона или 49 миллионов 53 цента, добавили к помощи Украине. И вот этих добавили к помощи Украине оказывается 80, а то и 90% того, что выделяется якобы на Украину. Вот это республиканцев бесит. Республиканцы все-таки это партия, что называется, бизнеса. Да? Малого, большого, там, неважно. То есть считать, сколько пришло, сколько ушло. Демократы – это партия печатания денег, а именно сколько надо народу для того, чтобы он существовал, столько это печатает. Да, но это же будет инфляция. Это не имеет уже никакого значения, от инфляции все равно те, у кого денег нет, не пострадают. Пострадают те, у кого деньги есть. Это разница между двумя партиями. Одна, которая пытается потратить только то, что имеет, а вторая, которая говорит, это если нужно, мы сейчас сколько угодно назанимаем, сколько угодно напечатаем, дадим, а потом будем разбираться. Вот мы в этом самом месте, которое называется на букву «Ж», мы и находимся, потому что столько лет подряд, сколько надо было, столько и давали. То есть не думали о том, сколько есть. Республиканцы будут помогать, потому что это есть часть внешней политики Америки, вне зависимости от того, это республиканцы или демократы, или либертарианцы, там, или там, не знаю, кто-то еще, там, тори или виги. Часть внешней политики Америки – это не давать никакой стране стать слишком крупной, слишком сильной региональной державе. Вот я основное, почему как бы байденовский Белый дом решил дать возможность России, так сказать, схватить, чего она хочет, и схабать это и прочее, это чтобы убрать ее с доски, чтобы оставить себе Китай, нос к носу с Китаем себя поставить. Вот, и убрать, так сказать, Россию как потенциального участника блока Иран-Китай-Москва, так сказать, ну, Пекин-Москва-Иран, значит, и вообще, так сказать, пусть она завязнет там в каких-то своих делах, своим делом занимается, Украина, шмукраина, сам 10 лет ее переваривает, а мы пока будем разбираться с Китаем. Так вот, вот до этого бы Трамп никогда в жизни не допустил и разбирался бы с Китаем с позиции силы, а не с позиции слабости. Вот. Ну ладно, хорошо, это уже другой разговор. Значит, бояться и верить всем этим лефтистским писанинам, которые у нас сейчас каждый день прорываются, нельзя. И будет... Как и к другим тоже. Да, так что будет, наверное, все нормально, все по плану. Ну, вы знаете, я не Кассандра и не Оракул, чтобы говорить, будет все нормально или не будет. Я только знаю одно, что так как демократы 2 года тому назад получили власть в стране, абсолютную власть в стране Америка, они умудрились за 2 года настолько разрушить столько систем, которые, существовали, что называется, годами, там, десятилетиями, и, были исправлены, подправлены, построены Трампом, что я не знаю, каким образом Америка сможет выдержать еще 2 года этого правления. А раз Америка не сможет выдержать, значит, больше региональных стран будет говорить,
у меня нет никого, кто мог бы... Значит, я сейчас перекалечу там еще там 100 тысяч человек, перебью этих, сделаю это, взорву это. Мне все равно никто ничего сказать не может. И пока Америка не придет в себя, я уже буду в новых границах. Вот. А там уже, так сказать, будем разбираться. Вот это то, что происходило с Россией, скажем, с моей точки зрения. Вот Америка должна вернуться обратно. Я против того, что Америка все время летала куда-то и разбиралась, да? Но страх того, что она может прилететь и разбираться, он держал средних хищников от нападения на мелких соседей. Вот это хорошо. Это политика превенции. Страх, что Америка может прилететь и навести порядок. Хорошо, Леон, эту тему... Можно еще другую тему немножко коснуться, потому что раз уж вы с нами, у нас на прошлой неделе произошел очень интересный случай. Вот, интересно было услышать ваше мнение. К нам пешком через границу с Белоруссией пришла госпожа Собчак, хорошо известная. Да, это у нас это особенное положение в Литве, усиленная охрана границы, все такое. Она пришла пешком. Сегодня уже появились слухи, что она ушла пешком обратно. Ваш комментарий по этой теме. Вы знаете ее, конечно. Как это может случиться и что это может значить? Да, тем паче, что нас об этой Собчак очень много спрашивали комментарии, и мы обещали, что в следующую неделю будет Леон Вайнштейн, который прекрасно знал и ее отца, и чуть ли не вскормил на своих руках, а тут нам преподали, как ой-ой-ой, это такая противница Путина, это такая оппозиционерка, и вообще, как эта красивая девушка, как это, у нас кавказская пленница. У нас одна уже пришла раньше, год тому назад, Тихановская из Белоруссии. Сейчас вторая пришла. Да. Кто такая Собчак? Окей. Значит, у меня никаких сведений о том, что она ушла, нет. Я, если она ушла обратно в Белоруссию и Россию, я ужасно удивлюсь этому. Действительно, ужасно удивлюсь. Но... Давайте порассуждаем. Значит, Ксения Анатольевна Собчак, дочка действительно крупного деятеля времен, скажем, перестройки Анатолия Александровича Собчака, который был блестящим парламентарием, произносил зажигательные речи, к сожалению, оказался никаким хозяйственником, ну, никакого отношения одно к другому не имеет, но просто, так сказать, как мы думаем, раз политик, значит, он может командовать городом, там, или страной, или чем-то еще. Вот выяснилось, что он делать этого не умеет, не может. Но человек, безусловно, невероятно эрудированный, невероятно начитанный, очень острый. Вот все мои с ним разговоры всегда приводили меня к мнению, что он блестяще разбирается в политической, скажем так, в политической ситуации, хотя как бы политиком вроде до того и не был, был профессором, занимался правом, там, историю изучал там, и тому подобное. А Ксения, конечно, выросла уже как привилегированный ребенок, когда, так сказать, я не был с ней ни в каких отношениях и не выкармливал ее. Просто Антон Александрович несколько раз привозил ее, так сказать, как бы, когда мы с ним встречались, да и просто присылал с охранником потусоваться с моей младшей дочерью. Моей было тогда, по-моему, 10-11, Ксюше было 11-12, она год ее старше. И таким образом, вот, так сказать, эта связь и происходила. Я знаю, что она очень своевольна, знаю, что она очень упряма, в хорошем, с моей точки зрения, смысле этого слова. Она совершенно не терпит никакого управления собой. То есть вот этот бедный охранник, вернее охранники, потому что они менялись, она все время убегала. Она умудрилась из дома, так сказать, в Репино под Ленинградом моей тещи со второго этажа спуститься вместе вот с Кристиной и убежать в лес. Значит, в то время как охранник сидел внизу и ждал ее внизу. Вот. То есть она все время... пыталась что-то делать именно потому, что, вот, так сказать, ей не нравилось, что кто-то ее командовал. То есть она человек очень независимый. Она сама себе сделала карьеру.
Очень много можно сказать, а она дочка Собчака. А вы знаете, сколько дочек и сыновей других больших людей, которых никто ничего не знает, и они, скорее всего, спились, скурились, скурвились там, и т.д., либо просто ушли в какое-то небытие. А тут явно совершенно человек яркий, звездный. Я думаю, что человек очень хорошо понимающий, знающий, чем правительство Санкт-Петербурга, когда ее папа был мэром, а Путин уже стал зам-мэра. Я-то с ним был знаком, когда он был ассистентом. Потом я уехал, больше туда не приезжал, а он в это время стал зам-мэра. Думаю, что достаточно много денег перетащено из Санкт-Петербурга за границу, как с семьей Собчаков, так и, ну, Путина, понятно, да? Вот. Так и всеми окружением. И я думаю, что она прекрасно знает, что делалось. Если она не знала это, когда ей было 11-12 лет, то потом достаточно много людей, которые радостно ей, конечно, об этом рассказали. Да и сама она человек очень... Ну, у нее и папа, и мама были очень умные. Были, есть, мама еще есть. А мама такая, ну, что довольно, так сказать, из деревни и прочее, но такая самоучка. И ей просто не в кого быть глупой. Поэтому что такое режим, она понимает. Она делала несколько вещей во время своей карьеры, которые меня удивили. Она, например, пыталась взять Путина в суд. При том, что я понимаю, что она меньше боится, чем простой обыкновенный гражданин. То есть она надеется, понимает, что с ней так себя вести не будут, как с другими. Но однажды, когда она там перешла немножко, так сказать, границы всякие, то ночью к ней ворвались работники ФСБ, так сказать, забрали у нее ни много ни мало 2 миллиона евро, которые у нее лежали там мелкими банкнотами. Какая маленькая сумма. Ну так, карманные расходы. Да, но при этом достаточно над ней поиздевались, то есть требовали, чтобы она, так сказать, сходила в туалет, так сказать, не закрывая двери, там переодевалась при них и тому подобное. Я понимаю, что это не, так сказать, не особенно страшно, но тем не менее, это такой, так сказать, попытка, так сказать, нажать, уязвить, да. Так что я думаю, что она с одной стороны в привилегированном положении, а с другой... абсолютно уверен, что ею пожертвуют за секунду, если она перейдет какую-то грань. И вполне возможно, что она вот сейчас уже перешла. Так до тех пор, пока, когда она участвовала во всех этих дебатах, во всех этих публичных выступлениях, можно ли сказать, что она была просто... Ей разрешали это делать ради ширмы, что вот тут демократия. Я думаю, что это по умолчанию. Я не думаю, что ей было сказано, вот ты можешь это, но не можешь вон то. А это приблизительно как эхо Москвы. Знаете, так сказать, они могли говорить Венедиктов. Все, что угодно, но только касались каких-то там тем, то их тут же, так сказать, там объясняли им, что это делать не нужно. Поэтому, а когда нужно было, так они, так сказать, вбрасывали ДЗУ, потому что это нужно было ФБР. Я не думаю, что это вот так происходило с Ксенией. Я просто думаю, что само собой все понимали, что без самого верховного ее трогать нельзя. А, так сказать, самый главный, он не всегда, так сказать, обращал внимание, и не всегда, когда докладывали что-то, тогда он там мог либо передать с кем-то, либо к себе вызвать, либо там еще чего-то и пожурить. Но, опять, они все знают всегда, где есть, все всегда знают, где есть грань. Это как мы в Советском Союзе знали, что можно писать, я не знаю, там я пьесы писал, так я, так сказать, знал совершенно точно, а что вычеркнут. Я пытался иногда засовывать какие-то вещи, которые, надеялся, не поймут, так сказать, меня вызывали, журили, либо не понимали. Вот. Я думаю, что была та же самая ситуация. А думаю, что она искренне хотела бы поменять что-то, потому что она человек очень неглупый. Я думаю, что на порядок умнее, чем Владимир Владимирович. И острее, и умнее. Но при этом она часть системы. Скажите, Леон, ну почему в Литву она пришла? У нее есть гражданство Израиля. Почему она не полетела сразу туда? Вот, ну, она не могла улететь, не ее скорее всего остановили бы в любом аэропорту. А уехать?
А уехала-то она интересно уехала. Она уехала способом, который, я думаю, она продумывала и придумала, а именно там, где практически проверять не будут, а именно Белоруссия. Да, ну кто Да. сбегает в Белоруссию? А потом из Белоруссии пешком перейти границу. То есть тоже вариант того, что остановят, ну, самый маленький. Но Да. представлять ее как блестящего деятеля оппозиции или борца с режимом Путина, это тоже, ну, слишком Ну, уже. вряд ли, конечно. Вы знаете, не может быть при Гитлере, при Сталине и при Путине не может существовать оппозиция. То есть, как только вы видите кого-то в оппозиции, означает, что либо это оппозиция, которой разрешено быть оппозицией, либо это просто КГБ создало ее. Да? Оппозицию. Как КГБ там создало Навального, как КГБ создало этого самого, как его там кричал, папа, у которого юрист, Жириновского, там, и т.д. То есть КГБ создавало, а те, кого оно не создавало, оно убирало там, либо маржинизировало, типа там Яблоко, да, либо убирало Как там, Немцова. всяких известных нам людей. Да, и тогда вот последний ваш комментарий. Идет очень большое разделение. Как, допустим, в обозревателях русскоязычных, так и у нас в Литве. Ну, допустим, сейчас уже виден два фланга. В одной Андрей Илларионов, Гарри Табах, Сергей Любарский, Леон Вайнштейн, Марина Максакова, Марк Солонин. С другой стороны, Фейгин, Гордон, Рашкин Это и... все правильные. Это все правильные, а вот те вот вы неправильные. У Как и нас, мы. как и мы, у нас тоже, допустим, все правильные, это Фейгин, Гордон, Рашкин, там, ну, много еще фамилий. А вот мы с Гинтарасом неправильные, потому что мы с Вайнштейном, с Илларионовым, с Табахом. И на той стороне еще есть одиозная фигура. Швец. Это, да, это... Самая мерзлопакостная дрянь, я извиняюсь перед вами, Леон, вы интеллигентный человек, но это мерзлопакостная дрянь по названию швец. Вот. И представ... Леон, извините, вы не поверите, у нас сегодня самый большой портал, Дельфи называется, выпустил статью, основываясь на, ну как сказать, на фактах, которые предпоставил Швец. Вот, как вы это оцениваете? Ну, что мы Ну, это на самом деле неправильные, все это... очень легко. Дело в том, что если вы в чем-то, вот какие-то у вас есть вот мнения, убеждения, то когда кто-то пишет что-то подтверждающее ваше мнение и убеждение, то вы это даже не проверяете. И все. При этом этим больны все, и журналисты, и политики, и кто угодно. Когда оно попадает, так сказать, вот на ваши убеждения, то абсолютно все. Да. Когда противоположно, то это вызывает у вас какую-то там такую неприязнь, какое-то отстранение, желание спорить с этим, и вы начинаете, даже не проверяя, говорить гадости. Ну, мы все человеки, мы все так себя ведем. Единственное, что люди, которые называют себя аналитиками, теоретически должны обладать то, что называется критическим мышлением, вернее, не обладать, а применять его. Да? Я очень стараюсь. Я уверен, что я тоже ошибаюсь. Я уверен, что я тоже делаю, так сказать, такие же вещи, как все остальные люди-человеки. Но это первое инстинктивное. Тебе очень хочется верить тому, во что ты уверовал, и очень не хочется верить, и хочется закидать камнями то, что противоположно твоему мнению. Но разделение это очень ясное, очень конкретное, и то же самое Правильные и неправильные, это правильные очень... и неправильные, да. Но мы тогда на стороне с вами, на стороне неправильных, дорогой Леон. Спасибо вам большое за подключение. Мы с Спасибо, вами Леон. с Галилеем, с Джордано Бруно, с Да. Коперником и еще с несколькими другими людьми. Спасибо. Да, спасибо, дорогой Леон, спасибо за подключение. Как обычно, всех благ. Надеемся, что не последний раз. И что мы вам хотим пожелать,
что все-таки... Что все покраснело. Да, левтистский штат Калифорния стал красным, красным. И не надо было, не надо было бы убегать в Тексас и там голосовать за синих. Вы знаете что? Тогда бы тут же начали воровать как сволочи республиканцы. Поэтому давайте так, пусть побеждают сейчас республиканцы, но чтобы была обязательно и вторая, и третья, и четвертая партия. Да. Спасибо большое, Леон. Всех благ. До следующих встреч. До свидания. До свидания. До свидания.